просто говорю, покажите нас по телевизору. Уже целый месяц дети уехали в Россию. Они даже не знают, живы мы или не живы. Так пусть они знают, что мы наконец-то выжили в этом аду. 20 дней просидели мы в подвале, просто в подвале. Иногда выходили для того, чтобы кушать, на костре готовить. А были такие дни, что мы даже не могли оттуда выйти. Просто выйти не могли, потому что все время вот бомбили и бомбили и бомбили. Сменялись бесконечно. Сначала пришел Айдар, как это, батальон Айдар. Потом непонятно, кто пришел. Они их выбили. Они между собой здесь, как говорится, стреляли друг друга. Вот. Потом пришла национальная гвардия. Вот. И вот они бесконечно здесь сменялись и между собой воевали. Мы ничего не могли понять. И, конечно, мы просто даже не могли выйти никуда. И каждый день только выйдешь, только слышишь, что дома горят бесконечно. Деревни практически вы видите, ее же осталась половина, или мы даже и не знаем. Вот, вот сегодня только вышли и узнаем, кто где погиб, кто раненый, кто на эти растяжки. Мы вот 28-го на Успение Пресвятой Богородицы вышли.